10 мая саперам поступила информация о том, что в деревне Якимовичи нашли мину. Специалисты пожарно-спасательного центра изъяли и уничтожили минометную мину. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает всем жителям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь по телефону 101. Найденные боеприпасы нельзя разбирать, сдавать в металлолом или бросать в костер.